Помощники Владислав Лешко, Михаил Распопов. Резервный арбитр Илья Тришин. Поехали, стартовый свисток арбитра и хозяева с мячом. Пару слов о турнирном положении обеих команд. Пока диктор стадиона «Салют». Начнем мы это делать после атаки «Сатурна». Медведев. Чернышов, пас в центр и спокойненько. Хотя не очень спокойно, но все же в черно-белых цветах. Итак, удар. Удар по воротам точно в руки Челюшкину. А наносил этот удар Дмитрий Шестаков слева практически. Луканченков пытается им противостоять. Рогов. Также отваливается направо. Прострел. Неудачно действует Челюшкин. И уходит мяч за лицевую от головы. Борьба. Получает мяч Крючков. Падает на газон. Еще одно нарушение правил фиксируется арбитром сегодня. Первые минуты этой встречи. Иванников готовится подать штрафную. Вот он навес. Скидка в штрафную. Выбивает мяч Головской. Ожидаем навеса. Идет подача, удар по воротам, где мяч? Выбивают его. Хозяева фактически, наверное, с линии ворот. Чернышов вводится с мячом в штрафной, трое против него. Отдает пас назад, еще одна подача, удар, еще удар. Где мяч? Мимо ворот. Высматривает впереди партнеров, особенно активно пытается бороться впереди Клягин. Подтолкнули того в спину и стандарт. Раменский Сатурн доносится с трибун. Гостям придется обороняться сейчас. Удар Маланик. Мяч в воротах! Точно в девятку. Не было шансов у Виталия Челюшкина. 1-0 Диего Малания. Мяч в опорной зоне своей команды. Открывается здорово Бойченко. И делает пас направо. Очень несильная передача. Сумел мяч взять в свои ноги, скажем так, Яшин. Входит в штрафную. Яшин. Удар! Гол! Где один, там и второй, правда? Еще одна отличная атака. Великолепный пас Головского на Максима Бойченко. Тот здорово справа нашел Яшина. Яшин обыграл оппонента на своем правом фланге. Прошел в штрафную и пробил в дальний угол. Снова без шансов для Виталия Челюшкина. 2-0. Штрафную. Вот она. Скидка. Рогов удар не получается у девятого номера. Выстрел по воротам. Подача от Яшина. Здесь никого кроме за 10, за 15 до перерыва отличились в составе хозяев поля. По поводу событий, которые произошли в первой половине встречи, расскажу чуть позже. Пока мест имеет смысл напомнить вам о составах обеих команд. Не даром, хватило, чтобы успеть, опережают его оппоненты. Шестаков. Подача на дальнюю штангу. Иванников получает мяч. Левша. Иванников неудобно ему. С правой ноги он носит вот такие удары. И мяч оказывается в руках у Дмитрия Романенко. Права не имеем. Два забитых мяча. Достаточно бойкая, агрессивная, по-хорошему агрессивная игра в исполнении обеих команд. Подача. Выходит Романенко. Мяч кулаком выбивает. Еще один удар. Мимо ворот. Песня группы «Земляне» раздается на трибуне болельщиков «Сатурна». А в это время Максим Бойченко нарушает правила недалеко от своей штрафной. Четверо в стенке. Иванников. Подача в штрафную. Удар. Заблокировали удар. Атака «Сатурна» левым флангом. Подача в штрафную. Удар или не удар, там борьба. Еще один удар, и мяч летит выше ворот. Неудачно обрабатывает мяч Чернецов. Рогов. 2-2 атака получается у хозяев. Рогов прячет направо. Офсайд фиксирует боковой арбитр. И сей мяч засчитан не будет. К очень большому неудовольствию Андрея. Атака правым флагом «Сатурна». Открывается на правом фланге Шестаков. Подача. Скидка. Молодец. В потенциальную победу внес. Жестко обошлись здесь защитники «Сатурна» с оппонентами. У мяча остались Константин Головской и Алексей Житников. Удар Житникова. Мяч пролетает выше дальней девятки. Откровенно уставший Александр Клягин за мяч не сумел зацепиться. 2-0. Финальный свисток. Футбольный клуб «Долгопрудный» впервые с 16 августа одерживает победу, уверенно обыграв «Сатурн» на своем поле со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Диего Малания и Сергей Яшин. Оба гола были оформлены в первом тайме.